Нежелание пройти переподготовку порой мешает курянам устроиться на хорошую оплачиваемую работу. Вопросам трудоустройства посвятили пресс-конференцию в Доме журналиста, которую провел председатель областного комитета по труду и занятости Сергей Малахов. В этом году на биржу труда обратились более 20 тысяч курян. 75% из них нашли работу. Сейчас на рынке труда спрос превышает предложение. Работодатели заявили свыше 7,5 тысяч вакансий. Это почти на 400 мест больше, чем зарегистрированных безработных. Востребованы рабочие профессии. Почти 80% вакансий и специалисты социальной сферы – медики и педагоги. Власти выделили в этом году порядка 400 миллионов рублей на программу содействия занятости населения, в том числе школьников, заключенных, инвалидов и их родителей. Самые незащищенные категории – люди старше 50 лет и выпускники без опыта. Одни еще не имеют опыта работы, а другие при ликвидации предприятий или при каких-то других условиях оказались за бортом, и немногие понимают, как сегодня в нынешних условиях искать эту работу, как вообще вести себя в поиске работы. Здесь как раз и служба занятости помогает решать эти проблемы.